Так, ну мы сейчас со второго этажа спускаемся вниз. А для того, чтобы попасть на рынок, получается, мясной, да. Я никогда не была. О, это продуктовая пошла система. Ой, смотри, смотри, сюда иди. Так, Пирожные. а здесь уже кондитерские. Да, пирожные. Кондитерские, да? Разные про разные. Да, разные пирожные. Вот корзиночка по 100 рублей. Это кондитерская цель. По 110. Кусочки 160. Ну, вот корзиночка фруктовая, пожалуйста. Есть упаковочки вот такие. Сейчас нам не надо к чаю или куда? Надо купить что-то к чаю. Вот эти, наверное, возьмем сейчас. А это уже Так. что? Но пирожки небольшие, по 130 рублей, по 120 рублей. Капустные вот пирог постные. Ну давай я Хлебное буду, изделие. я сразу буду покупать тогда, что я возьму сейчас пирог. Ну, возьми. Да? Вот здесь осетинские пироги. Дальше что еще? Сейчас я и возьму сразу. Капусты, значит, пирог. Проходите мимо. Фасолью. Так, Бахой. будьте добры, один вот этот вот постный, да, ну, может, даже, будьте добры, второй снизу, вот этот, да, угу. Спасибо, и один, пожалуйста, осетинский, тоже второй, сюда. Ну, как-нибудь, куда второй, пожалуйста, ага, спасибо, так. Так, сколько будет получается? 250 рублей. Это пачка, что ли? Не расслышала, сколько? 260. 250. Еще 10 рублей сейчас я буду. Давай сюда. Копчености. Перешли мы в отдел копчености. Значит, окорок есть куриный, ребра свиные. Это сколько? 100 грамм. Да. Это все за 100 грамм. Это за 100 грамм, да, цена. Можно взять вот такого цыпленочка целого. Ну, а может быть даже половину. Лопатка называется, баранина. Да, баранья лопаточка. Здесь уже индейка, полыки. Угу. Вот, видно все кончиком. Ну вот все, здесь все видно, понятно, показывать, что показывать. Вот колбаса, а это, да, они копченые идут. А вот на этой стороне, солености, здравствуйте. Вот сейчас нам дадут даже это попробовать, понемножку, по чуть-чуть. Что-нибудь, какой-нибудь кусочек. Это настоящие королевские. Так. Подождите, я вам ручки попробую. Давайте, чуть-чуть. Ага, давай. Чачи, давайте, поставьте сюда. Угу. Хорошенько растирайте. Знаете, вам тоже. Вы его покормили? Покормила. А чем побрызгали нам? Это спирт? Чачи. А, чачи. А, да, вот. Пахнет. Угу. Это черноморский катран. Содержит белок, кальций, минералы. Вкусно, да? Компонент для зрения. Не, ну это все морское, я смотрю. Ой, как вкусняшка. А теперь расскажите по ценам. Это чисто мужская еда, но девочки любят черноморский рапан. Смотри, Валер, нам дают рапан сейчас. Это рапан черноморский. Рапан и дракушка свининая, дорогая, что это красиво. Вкусняшка, да? Давайте по чуть-чуть. Нет, давайте вы мне скажите цену. Ну, вот что вас интересует? Ну, то, что сейчас... Креветочки 450, лобстеры 500, 100 грамм. Я вам любые по 450 дам. Осьминожки, каракатицы, улитки 100 грамм, 450, по 400 я вам купила. Взяли? Смотри.
Так. Человеку, да? Ну, пойдем. Хотите что-нибудь? Сейчас, ну, сейчас, мы сейчас, подождите. Не будем. Нет, нет, нет. Так, здесь тоже там есть. Здесь вот чеснок есть. Да. Чесночок есть. И здесь тоже все есть. Пожалуйста, и морковка корейская. Много там. А вот значит, такое белое? Белое что такое? Кораллы. Соленые. Да, морские соленые кораллы. Меди, осьминожки, да. Ага, о, ничего так, себе. Акула с медвейком. Вот. Акулу пробовала? Акулу когда-то пробовали, когда-то, ну не знаю. Ну прямо, знаете, прям вот маленький-маленький кусочек. Угу. Акула? Акула. Необычно, да? Я чувствую морская она. Да. Чувствуешь? Угу. Ассорти могут собрать. В принципе, да. Тело рапаное. Ну, ну, такая вот, знаешь, на стол хорошо класть, по чуть-чуть, раз-раз, так уже классно. И картошки, и чего угодно. Я соли боюсь есть. А, соли, да. Пойдем. Нет, она, соль, говорит, не особо хочет. Боюсь я. Хорошо. Пойдем. Ну, конечно. Собрали, да? Они сами дают. Ну да, вот видите, много-много всех этих. Да. Очень.